И уже в администрации владельцы и управляющие торговых точек пытались объяснить главе города причины своего бездействия. Предприниматели ссылались на то, что строители зачастую вытаптывают цветы, складывают грунт на клумбах. Но что мешает им вовремя убирать мусор и ухаживать за территорией рядом со своими объектами торговли, приглашенные так объяснить и не смогли. Привести клумбы и газоны в порядок предприниматели должны в течение 10 дней. А одно из зданий первого блока торговой галереи владелец в ближайшее время должен успеть еще и отреставрировать. Я 10 дней вам даю, через 10 дней мы приходим. Если тротуары не восстановлены, если 10-метровая зона не будет сделана, если вы не приведете в порядок фасады, я не знаю, что вы там делаете. Фасады со своим... 10 дней мы не успеем. Ну, сколько вам на фасад нужно? Там хотя бы месяц дать, нам тогда точно же точно сделаем. Ну, месяц, хорошо, ремонт. Вы все приводите в порядок, да. И приступаете к фасаду. Вот через 10 дней мы приходим, там делают фасады. Через 10 дней глава города планирует провести повторный обход. И если ситуация не изменится, нарушителей санитарного режима ждет административное наказание.